Всем большой привет! Меня зовут Татьяна, и сегодня будет обзор из магазина «Светофор», город Ижевск. Здесь цены приятно удивляют, и встречаются похожие товары, что и в фикс-прайсе, но по значительно меньшей стоимости. А это складной туристический стол за 573 рубля по размеру, как детские столики. А это стол садовый уличный за 750 рублей. И вот так он выглядит. Каркас у него металлический, а сиденье и спинка деревянные. Сделаны качественно. Производство России, Кировская область. Алмазная мозаика за 396 рублей, размер 40 на 50 сантиметров. По-моему, для такого размера цена просто отличная. В других магазинах или на сайтах они стоят в разы дороже. Хотя на упаковке я не нашла информацию насчет подрамника, значит, скорее всего, без него. Но, несмотря на это, мне кажется, что все равно получается дешевле. Мольберт за 1190 рублей. Он идет двусторонний. Одна рабочая поверхность белая, магнитная. Подойдет для магнитной азбуки или цифр и для рисования маркерами. Размер ее 44 на 52 сантиметра. А вторая рабочая поверхность черная меловая доска для рисования мелками. Размер ее 44 на 53 сантиметра. Высота мольберта регулируется от 71 сантиметра до 1 метра 6 сантиметров. Подстраиваясь под рост ребенка. Также на мольберте есть вместительный пенал для хранения мелков и канцтоваров и удобный держатель для стакана непроливайки. Производство Россия, Удмуртская Республика. Суперлегкий пластилин за 240 рублей. В наборе 48 цветов по 10 грамм каждый. Также в наборе есть инструменты для лепки 3 штуки. Производство Китай. И вот эта упаковка уже была распечатана, поэтому тут все в разброс. Вот такие яркие цвета, каждый в индивидуальной упаковке. Пластилин за 35 рублей, в упаковке 12 цветов, каждый по 20 грамм. Не пачкает руки, яркие цвета, в комплекте стек для лепки. Производство Россия. Табурет-подставка за 170 рублей идеально подойдет для детей в качестве вспомогательной ступеньки при мытье рук, чтобы залезть в ванну, включить свет или достать с полки игрушки. Форма подставки в сочетании с рельефной прорезиненной поверхностью и прорезиненные ножки придают табурету подставки прочность и устойчивость. Максимальная нагрузка до 200 кг и точно такие же подставки на Озон стоят 600 рублей. Весы кухонные электронные за 242 рубля, работают от двух пальчиковых батареек, которые, кстати, идут в комплекте. В фикс-прайсе же такие весы стоят 249 рублей, и к ним еще нужно докупать батарейки. Максимальная нагрузка 7 кг, цена деления 1 грамм. Вот так они выглядят, легкие, компактные. Есть кнопка сброса массы тары, производство Китай. Комплект ковриков для ванной за 260 рублей, вот с такими забавными овечками. Размер большого коврика 50 на 80 сантиметров, размер маленького 50 на 50. Состав 100% полиамид, основа войлок 100% полиэстер. По краям оверложено. Стеклянная банка с крышкой за 99 рублей, объем 900 мл. Посмотрите, какая она красивая, выполнена качественно. Производство Россия, Паша Бахче, состав натрий, кальций, силикатное стекло. Крышка с силиконовой прокладкой, закрывается плотно. Банки мне очень понравились. Салатник за 85 рублей, объем 1 литр, диаметр 18 сантиметров. Состав опаловое стекло, производство Китай. Детский набор посуды за 200 рублей. Набор идет в красивой подарочной коробке. В него входят салатник объемом 400 мл, тарелка диаметром 19,5 см и кружка объемом 250 мл. Посуда сделана из стекла в городе Гусь-Хрустальный. Такую посуду можно мыть в посудомоечной машине, но нельзя использовать в микроволновке. Дизайны наборов в ассортименте. Кружка за 63 рубля, вот такая яркая, полосатая, внутри тоже цветная, в полосочку, объем 360 мл, состав керамика, производство Китай.
Салатник с крышкой за 99 рублей, объем 1 литр 100 мл, диаметр 17 см, состав натрий, кальций, силикатное стекло, производство Гусь Хрустальный. Столик журнальный в стиле лофт за 900 рублей, он металлический, черный, матовый, размер 45 на 35 сантиметров, он довольно-таки легкий, вот так одной рукой я смогла его поднять. Столешница у него в виде подноса с бортиками. И ножки у него съемные. Такой компактный столик можно поставить на балкон или на лоджию, производство Россия. Набор мисок за 114 рублей. В наборе 3 пластиковые миски, объем 4 литра, сделанные из пищевого пластика, подойдут для холодных пищевых продуктов. Производство Россия. Набор для уборки за 233 рубля. В комплекте идут ведро прямоугольное со сливом и отжимом. Есть ручка. Вставка для отжима легко снимается. Объем ведра 15 литров. Также в комплекте идет вот такая швабра и хлопковый моп. Подарочный набор за 99 рублей. Набор состоит из шампуня 250 мл и геля для душа, также объемом 250 мл. Производство Россия. Мыло черное, густое, для бани и душа за 86 рублей, объем 500 мл. Мыло хозяйственное за 26 рублей, вес 200 грамм. Вот это идет отбеливающее, подойдет для любых видов ткани. А это мыло против любых пятен. Пена для бритья за 80 рублей, объем 450 мл. Подходит для чувствительной кожи. Пена для бритья Арко за 102 рубля, объем 400 мл. И точно такая же пена в фикс-прайсе стоит 150 рублей. Антинакипин для стиральных машин за 44 рубля, вес 750 грамм, предотвращает образование накипи и солевых отложений, а также способствует смягчению воды. Ватные палочки за 44 рубля, в наборе 500 штук. Мицеллярная вода за 33 рубля, объем 400 мл. Если пользовались такой, то напишите в комментариях, справляется ли она со своей задачей, не оставляет ли липкой пленки и не щиплет ли глаза. Сухое чистящее средство Сорти за 19 рублей, вес 400 грамм, и мне кажется, что дешевле уже просто нигде не найти. Галоши садовые с утеплителем за 82 рубля, вот такие черные блестящие. Эти 45 размера. Внутри есть подкладка. Состав ПВХ и текстиль. Кеды женские за 250 рублей. Размеры 36 и 40. Легкие, текстильные. Удобны на лето. Есть вот такие без шнурка. И на шнурке. Расцветки в ассортименте. Бежевые, черные, розовые. И вот нашла еще синие. Бумажные полотенца двухслойные за 61 рубль. В упаковке 2 рулона по 33 метра. Отбеливатель, пятновыводитель с активным кислородом за 50 рублей. Не содержит хлора и подходит для всех видов тканей. С обратной стороны указана инструкция по применению. Стиральный порошок Sunrise Автомат за 178 рублей, вес 6 кг, подходит для белого и цветного белья. Средство для прочистки труб за 26 рублей, объем 1 литр.
Ну а на этом я буду заканчивать свой обзор. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео для вас было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал, я каждому из вас буду очень благодарна. А я желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья. Всем пока-пока!